Открытое акционерное общество «Оршанский инструментальный завод» создано в 1974 году. Сегодня это единственное в Республике Беларусь специализированное предприятие по выпуску металлообрабатывающего и зажимного инструмента для большинства видов универсального и программного станочного оборудования во всех отраслях промышленности. Гамма производимой продукции включает в себя более 5000 наименований и типа размеров, ежегодно обновляемой более чем на четверть за счет разработок и внедрения новых видов высокоточного импортозамещающего инструмента. Высокую оценку выпускаемой заводом продукции подтверждает ежегодно увеличивающиеся заказы крупнейших предприятий Беларуси, таких как «Гомсельмаш», «МАЗ», «БелАЗ», тракторные и моторные заводы, «Беларусь-Калий», «Беларусь-Нефть» и многих других. По результатам испытаний полностью перешел на комплектование «Оршанским инструментом» своих автоматических линий «Рославский вагоноремонтный завод» в России, «Стахановский вагоностроительный завод» в Украине, предприятие «КАЗ-Турборемонт» в Казахстане. Мы работаем с более чем 700 потребителями своей продукции. Из них более 100 за пределами республики. Ежемесячно продукция завода поставляется более чем по 150 адресам. То есть завод закрывает потребность страны по вспомогательному инструменту на 80%, российского рынка на 30%. Многие заказчики заинтересованы в расширении сотрудничества с нами не только в области инструментального производства, но и в изготовлении более технологичной наукоемкой продукции. На заводе разработана технология и изготовлено оборудование для нарезания конических резьб на стальной арматуре. Данная технология применяется в строительстве при монолитном способе возведения высотных зданий. Построен участок по производству особо точного твердосплавного концевого инструмента. Участок укомплектован шлифовальными центрами отечественного производства. Метчиками, срезами, центровочными сверлами, выпущенными на этом участке, можно комплектовать самые современные высокопроизводительные станки. Совместно с белорусскими учеными осуществляется инвестиционная программа по внедрению технологии многослойного упрочняющего покрытия режущего инструмента, что существенно повысит его износостойкость и производительность. Одним из направлений, которое сейчас взято на вооружение, является совместное производство с мировыми лидерами в производстве инструмента. Мы производим режущий, высокоточный, сборный инструмент с креплением сменных, многогранных, неперетачиваемых твердосплавных пластин, производимых ведущими мировыми фирмами «Искар» Израиль, «Тайготек» Южная Корея, «Сангвик» Швеция и другими. За отличный имидж предприятия и высокое качество продукции на основе исследований, проведенных независимой группой экспертов в Испании, завод награжден почетным призом «Золотая арка Европы». Программа стратегического развития предприятия рассчитана на 5 лет. Наша цель – постоянное совершенствование продукции, технологических процессов, соответствие самым высоким требованиям потребителей.